Девочки, добрый день. Представляю к Новому году от фирмы Louitex. Праздничное. Вообще-то оно универсальное, девочки. Универсальное и праздничное, и повседневное платье от нашего российского производителя. Девочки, просто шикарное. Вот это, девочки, трикотажное полотно под кожу. Сеточка, которая не колется. Это 54 размер. Девочки, просто по фигурке. Шикарное платье. Девочки, на все случаи жизни. Просто бомбита. Просто. Я сейчас снимала в Инстаграм. И думаю, нет, надо показать вам. Надо показать обязательно. Думаю, как это мои девочки не увидят такой красивой роскоши. Девчонки, просто бомбита. Вот знаете, оно и нарядное. Девочки, стройнит. Трикотажное полотно, девочки, немножечко тянется, не мнется и просто смотрится великолепно. Просто великолепно. Я вчера весь день ездила, подбирала бюстгальтер, девочки. Хотела сначала на силиконовых таких, как называются, девочки? Девочки, сначала хотела бюстгальтер, чтобы были силиконовые лямочки. А потом подумала, думаю, а что силиконовые лямочки, когда для нас, знаете, проблема с такой большой грудью для женщин, силикон надеть, это будет не фонтан. А здесь оказалось, что даже и с лямочками от хорошего бюстгальтера смотрится просто хорошо. Просто смотрится, девочки, великолепно. Очень понравилось платье. Сейчас вам покажу немножечко поближе еще. Саму ткань. Очень хорошего качества ткань. Я даже не ожидала. Мне сначала 56 размер, девочки, выслали. Но оно мне большеватое. А вот 54 прямо село по мне. Как надо. Везде выточки, девочки. Кокеточка отрезная. Все прямо хорошо. Вот такая, девочки, ткань. Прямо трикотажное полотно. Смотрите, под кожу. Оно изнутри вот такое, девочки, мягкое. Мягкое, легкое. Легкая ткань, типа, как раньше был, девочки, трикотин. Но этот поплотнее немножко. И смотрится просто бомбита, Лена. Сзади, девочки, сзади. Видите, здесь у нас получается от кокетки идет замочек. Вот так вот сзади смотрится. Вот так смотрится сзади это платье. И, девочки, я уже подумала, думаю, боже мой, можно же вот это платье не только, знаете, праздничное вот одел, а можно же и на работу ходить. Особенно, кто женщины постоянно в офисах. Я вам сейчас, девочки, покажу такой вариант. Можно просто одевать жакет. И будет очень хорошо смотреться. Как раз вот эта сеточка прямо элегантно будет смотреться. Великолепно. Немнущаяся юбочка. И просто, девочки, будете на работе всегда сногсшибательно выглядеть. Просто сногсшибательно будете всегда выглядеть. Сейчас переключу, маленько по-другому покажу. И все в тему. И все, девочки, на работу, в учреждении. Вот я все время говорю учителям, вот надо быть такими красивыми, девочки. Вот красивыми. Вот в костюмах, в платьях от Louitex. Я летом представляла Louitex, летнее платье. Louitex, девочки, умеют для нашего российского потребителя, для наших женщин, умеют выбирать ткани. Вот летом какая была, девочки, коллекция платьев в горох, помните, в горох, сарафаны я показывала, шикарные. А здесь прямо, ну, девочки, ну, все по мне, ну, все по мне. Понимаете, и талия откуда-то появилась, и бедра,
И прямо, ну прямо очень хорошо. Говорить даже нечего. Поэтому, девчонки, рекомендую. Давайте будем поддерживать нашего российского производителя. Ссылочку в описании оставлю. У них сейчас на Валберес прямые продажи. Два интернет-магазина на Валберес. Там выберите, девочки, от 46 до 60 размера. Вот это платье в размерной сетке от 48 до 56. Очень понравилось. Очень понравилось, девочки. Как вам? Пишите в комментариях.